Два велосипеда, два ведерка и две лопатки. В этой семье растут близнецы. Это сейчас девчонки Лера и Виктория самостоятельные. А 3 года назад, вспоминает их мама Ольга, было трудно. Обычно родители меняются. Одну ночь встает мама, другую ночь встает папа. Здесь приходилось вставать одновременно и маме, и папе, потому что если действительно кушать, то вместе, если плакать, то вместе. И по одному не получалось. И папа не высыпался, и мама замучена. Послеродовая депрессия у мам-близнецов бывает часто. Это и понятно. Малыши одновременно хотят спать, кушать и, конечно, плакать. В такие моменты самой трудно сдержать слезы. К тому же все начинает раздражать и совсем опускаются руки. Дети совсем маленькие, и это рутина целыми днями. Ничего не видишь, кроме покормить, переодеть. Никуда не выходишь. Справиться с этим временным состоянием можно. Оля советует не стесняться и как можно чаще обращаться за помощью к родным, а также обязательно находить время, чтобы выспаться. Меня в этом плане спасал дедушка, который приходил утром, забирал. И я, мама двоих грудных детей, могла позволить себе поспать до 9, до 10, до следующего кормления. Депрессию можно попробовать переждать, ничего с ней не делая. Просто погрустить и даже пожаловаться подругам или мужу, только предупредив их перед этим о своем состоянии. Но если депрессия затягивается, лучше обратиться за помощью к психологу. Вместо антидепрессантов советуют принимать витамин С и кальций. В этих веществах мамы близнецов нуждаются особенно. Еще вариант – договориться с мужем, что, допустим, раз в неделю в семье мамин выходной. Неважно, как его провести – в салоне красоты или с подругой. Главное – выйти из дома и сменить обстановку. Растить одновременно двух малышей, конечно, сложно. Каждый день полон забот, и причин для депрессии может быть вдвое больше, чем у других мам. Но зато у Оли объятий, поцелуев и любви – тоже в 2 раза больше.